хорошо, хорошо. I'm
Наши сердца
Поэт родился на земле. На сейчас, да? Но что быть преданным судьбе, запечь лев ее перо. А музыка взял инструмент на струну для камертон, чтоб голоса людей земли запели эту песню в тон. Музыка и слова, музыка и цвет. Музыка и слова, и лучше в этом мире. Музыка и слова, да-да-да. Музыка и цвет. Музыка и слова, и лучше в этом мире. Thank you.
искала. И думала, что птицу Феникс поймала. Кого-то любила, посуду била под вечер на кухне. Напрасно пылила, напрасно пылила. А годы бежали, друзья умирали, мечты улетали, как осенью ветер. А я долго слилась, потом все забылось, как будто приснилось, потому что молилась. Бей, 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 он только не разбей. Говори, 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 но только не болтай. Oh,
знаете, что мы с Олегом виделись всего лишь один раз, когда ездили к отцу Николаю, к Кокорину, как город-то назывался? Балахна. Не-не, Балахну. Мы выступали в Балахне, и после концерта в Доме культуры нас привезли куда-то на квартиру, и там вот был Олег и исполнял свои песни. А потом, ну, мы разъехались, уехали в Москву, а потом вдруг вот это страшное событие, отец Николай нам написал. Вот, и мы, спасибо Диме, мы взяли с него пример. И в молодежном центре Ксении Петербургской, еще когда он существовал в Биберево, провели тоже благотворительный концерт. Ты нам подал прекрасный пример, дорогой, да, спасибо молодцы, тебе. Правильно. Тоже провели благотворительный концерт, собрали денег. Это что значит? Вот, можно вот это, в этой кассе уже. Ну вот, собрали денег и отправили вот Людмиле Константиновне. Так что, как бы, как это сказать, горю всегда надо помогать. И хотелось бы, чтобы Олег выздоровел. Спасибо Диме. Спасибо Диме, да, что он такие проводит вечера, посвященные Олегу. И спасибо вам всем, что вы пришли. С вами была группа «Северный крест».